Всем привет, с вами Светлана, и сегодня мы посмотрим мой заказ по 9-му каталогу Faberlic. Итак, давайте начнем с того, что я заказала не для себя. Это вот такие вот две туалетных водичек Feerix Sensuelle. Они пользуются довольно большим спросом. Мне тоже нравится водичка из этой серии, правда, оранжевая. Так, на них была хорошая акция при покупке двух, там по 500 с небольшим, а цена для консультанта вообще, по-моему, 431 рубль. Не для себя. Дальше у меня вот такая паста. Это Total Repair, восстановление эмали. Я пользуюсь точно такой же и просто в диком восторге от нее. Она мне очень нравится, я ее обожаю. На данный момент это самая лучшая паста Faberlic для меня. Ее артикул 1599. Вы знаете, она не очень сильно пенится по сравнению с отбеливающей, но она замечательно очищает эмаль, удаляет зубной налет и бережно к ней относится, так как у меня эмаль чувствительная. Поэтому вот эту пасту для меня находка, я ей буду продолжать пользоваться дальше. Для себя и не для себя вот такие вот две малышки. Это шампунь и гель для душа 2 в 1 для мужчин. Где у нас артикул? Вот он, 0574. Шампунь гель для душа 2 в 1, тонизирующий. Сейчас понюхаем. Ну, пахнет здорово, как вся серия Men. В принципе, они были по хорошей цене, где-то 69 рублей взять в поездку. Мы как раз собираемся на море, обязательно возьмем вот такой вот с собой маленький флакончик. Для себя я заказала концентрированное средство для мытья посуды с эвкалиптом. С эвкалиптом я беру второй раз. Я люблю экспериментировать с ароматами. Это у нас 0+. Оно абсолютно безопасно для детей, для животных. И супер экономично. Предыдущий флакон яблочко я использовала, наверное, полгода. Артикул эвкалипт 111,92. И запах классный. Эвкалипт с лимончиком, я бы даже сказала. Здесь, правда, только эвкалипт нарисован. Но мне еще почему-то пахнет лаймом. А содержит антибактериальный компонент, подходит для мытья детской посуды. Присмотритесь, я лично разбавляю его 1:3 с водой, и мне очень надолго хватает его. Оно вымывает посуду для скрипа, must have в моем доме. Брала и буду брать. Из мужской серии дезодорант Celsius, я беру его не первый раз для своего супруга. Артикул его 0529, и аромат у него тоже приятный. Мужской такой, ой, сильно пшикнула. Мужской брутальный классный аромат, мне очень нравится, можно взять тоже по акции. Он как антипреспирант, еще защита от пота, со своими функциями исполняется, супругу нравится. Для себя дезодорант, повторяю, покупку «Морская свежесть». Здесь, как я уже говорила в предыдущих видео, в пустых баночках, конечно, не 48 часов, но тем не менее, а на 24 часа мне хватает. Он без спирта, без солей и алюминия, очень удобный шарик. И хватает мне, в принципе, его ну, недели на 3-4 хватает применения. Так, дальше. Средства гигиены для себя. Постоянно беру Faberlic, уже говорила об этом. Точнее, о том, что у меня сильно во время критических дней болит живот. А вот эта вот вещь вообще просто нейтрализует, практически сводит к нулю эту боль. Я не знаю, с чем это связано. Здесь анионовый чип. Какой-то. Я в этом не разбираюсь, поэтому сочинять вам сейчас не буду, но с ними у меня живот болит гораздо меньше и практически даже не болит. Поэтому я очень люблю эти средства гигиены и тоже всегда их покупаю про запас. Детская зубная паста у нас была по акции, по-моему, по 69 рублей. Мы взяли с грушей. Я до этого брала большой запас, у меня еще 2 осталось. И теперь еще одну пусть будет. 23,59 пока акция. Это груша, мы ее уже брали. Она с 6, нам хоть и 5, ну скоро будет 6, но мы все равно пользуемся. Здесь все фольгировано. Вот такой вот приятный зелененький цвет. И пахнет она действительно грушей. Очень приятный аромат. Вот такой мист для тела я взяла для себя. Они тоже были по акции. Это серия Витамания. Здесь у нас витамины А, Е и ПП. Манго и папайя. Я обожаю аромат манго в любом его проявлении, поэтому выбрала именно этот. Ой, вообще класс.
Это просто супер. Для тех, кто любит манго, здесь оно прям ярко-ярко выражено. Он потрясающе пахнет. Артикул его 2374. Сейчас попробуем распилить на коже. Просто супер. Вообще, вот из всего, что я пробовала в Фаберлик, здесь аромат манго прям выражен очень ярко. И он просто обалденный. Блин, я возьму, наверное, штук 5 еще себе таких точно. Хочешь понюхать? Держи. Так, что у нас, девчонки, дальше? Дальше я заказала для себя две вот таких вот очищающих полосочки. Пусть будут про запас, потому что у меня был для этого, до этого еще большой запас тоже. Они у меня пока есть в наличии. Артикул их 0886. Это универсальная очищающая полоска для лба и носа. И она просто обалденно очищает. Я уже тоже говорила это в своих видео. Вычищает поры практически идеально. Вот прям мне очень они нравятся. Они удобны в применении. Их тоже можно взять с собой в поездочку. Такой вариант очень удобный. Поэтому, кто не пробовал, я вам очень советую, потому что поры чистить надо. Поры должны быть чистыми, чтобы кожа ваша сияла здоровьем и отсутствием морщин. Дальше я заказала себе вот таких вот три оттенка теней «Галактическое путешествие». И они потрясающие. На эти тени я сняла уже видео отдельное. Выйдет ли оно раньше или позже, чем это, я не знаю. Но если что, я вам оставлю ссылочку. Я показала, как они выглядят на глазах, просвочила все три оттенка. И, на мой взгляд, они самые удачные. И я очень-очень сильно довольна этой покупкой. Они просто потрясающие. Это у нас артикул 5231. Это 54-51, вот так он выглядит, и самый темный 52-30, вот такой 52-30 у меня сейчас на глазах, вот смотрите. Потрясающие оттенки, девчонки, я довольна, вообще просто невозможно. Это самые удачные мои покупки за последнее время с декоративной косметики. Они так быстро подсыхают, меньше минутки, идеально ложатся на ваши глазки. У меня и нижнее, и верхнее веко подчеркнуто вот этим сейчас оттенком. Поэтому я вам советую присмотреться и посмотреть обязательно мое видео, где я сводчила и наносила на глаза все эти оттенки, чтобы определиться с выбором оттенка. И последнее в моем... А нет, не последнее. Еще вот такой крем для рук. Давно на него смотрю и никак не могла добраться. Формула омоложения. Я пробую его первый раз. И сейчас мы с вами его затестим. Потому что крема про руки это все-таки маловато. До первой помывки рук. Ну, они многие кремы так, как добротно все запечатано, как всегда. Значит, формула омоложения у нас артикул 2098. Ух ты! Так, вот такой он беленький. Аромат очень мне нравится. Такого дорогого парфюма. Ну, как здорово пахнет. Вообще потрясающе. Я вам сейчас покажу, как разносится по руке. Он довольно плотный. Он действительно плотный. И прям вот образует такую пленочку, но не липкую, не жирную, но питательную. Сейчас посмотрим, пока будем доснимать видео, как быстро он впитается. А вообще здорово. Ручки прям такие гладенькие-гладенькие, как шелк. И аромат классный. Так, а вот теперь последний. Это новиночка у нас, серия Bloom. И я тоже ее уже затестила в отдельном видео. И оно, скорее всего, вышло раньше, чем это. Но я вам, тем не менее, все равно покажу. Это сыворотка 35+, артикул 0145. Мне понравилось очень. Потрясающий продукт. И крем для век. Артикул его 0144. Это все линейка 35+, с жасмином. Если вы не видели предыдущее видео, я тоже обязательно оставлю вам ссылочку. Там я пробовала эти продукты непосредственно на лице и говорила все свои ощущения. В целом мне линейка очень понравилась. Я довольна, что взяла именно эти продукты, сыворотку, потому что крема на лето сейчас совсем не хочется использовать, а сыворотка довольно легкая, она быстро впиталась, не оставила никакого жирного блеска. Слушайте, ну а крем для рук уже потихоньку впитывается.
практически впитался, и руки очень нежные. Так что, кто не пробовал крем, берите смело. Кому мало вот этой серии про руки, этот подойдет 100%. Очень питательный, хороший крем. Ну и, конечно, в заказе купал вот такой каталог. Это у нас 10-й каталог Faberlic. Начнет он действовать 1 июля. И здесь уже кончается акция 1000 рублей. Поэтому, кто ей еще не воспользовался, обязательно воспользуйтесь. Потому что больше таких предложений обалденных деньги в подарок не будет. Здесь уже у нас идут средства для дома за заказик. Ну, а обзор на этот каталог я тоже обязательно вам сниму. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.